Доброе всем утро! Сегодня 18 февраля 2023 года, на улице минус 6. С ночи стал идти снежок. Смотрите, как классно на крышах. И сейчас снежок идет. Мороз ощущается. Ветра сейчас такого нет. Но стоять прохладно, конечно. Небо, смотрите, полностью затянуло тучками. Абсолютно все. Ну, поскольку идет снег. Я думаю, что сегодня это будет целый день. Все-таки спасибо месяцу февраль за то, что дает насладиться зимой, дает снег нам. Потому что в декабре, в январе снега не было вообще. Прям стишок получился. Кстати, гололед сохраняется. Я немножко вот раздвинула снежок. Лед есть, поэтому очень будьте аккуратны на дорогах. Солнышко сегодня уже встало в 6 часов 41 минуту. Зайдет солнышко в 16 часов 58 минут. Долгота дня сегодня 10 часов 17 минут.